Книга «Открытым оком», третий том, тема крещения, вопрос 926. Если в наших храмах построят баптистерии, то можно ли нам там будет креститься? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Они уже построены в Барнауле, одни так и закупорены под спудом, а в других, хотя и крестят в полное погружение, но без длительной катехизации. Так что суть дела нисколько не меняется, все остается так же. Начинать надо не с баптистерия, а с благовестия, с постоянной проповеди. И 9/10 времени, отпущенного на богослужение, посвятить живому слову. Если будут уверовавшие попы и архиереи, которые не крещены в троекратное погружение, то всех их крестить, начиная с патриарха. Самое зловредное в этом деле оказалось то, что прикосновение мокрой ладонью по голове провозглашается крещением равных трехпогружательному. До тех пор, пока не объявят мочение лжекрещением, не покрестят правильно всех, ничего не сдвинется с места».